Добрый день, друзья. Вот такая вот музыка звучит. Мы сегодня находимся возле пансионата «Высокий берег». Пойдем на пляж Малой бухты от пансионата «Высокий берег». Вот он, «Высокий берег», сзади меня. Этот пляж все-таки называется «Малая бухта». И не надо почты идти, подмены там всякие делать. У санатория «Малая бухта» находится просто новая набережная. Я вот разобрался с этими пляжами полностью. И я надеюсь, сегодня получится искупаться. Давайте посмотрим на Анапу, которая вот красиво живет в летнем сезоне. Я, наверное, этот оговорился, друзья, но здесь очень тепло, мне кажется, как будто уже лето пришло. Плюс людей сегодня в понедельник столько много прогуливается, это очень сильно радует. Ну, давайте буду делиться солнечным настроением из нашего теплого черноморского города и лучики солнца в ваши города. Надеюсь, вы поделитесь видео этим в соцсетях своими друзьями и покажете, насколько может быть прекрасно у нас в Анапе. Главное, чтобы светило солнце и не было ветра. И все, просто наступает великолепие. И под гармошечку люди прогуливаются, кто-то в телефонах, кто-то просто наслаждается морем, воздухом, а кто-то просто, как я, вышел поснимать для вас и насладиться красотой. У меня есть немножечко донатов, сейчас будем благодарить. Во-первых, Мыльцевка ТВ говорит, я не подписан на тебя, редко смотрю там твои видео, но передай мне привет. Мыльцевка ТВ, привет. Так, Алексей Анатольевич Ю привел 500 рублей, сообщение на развитие канала. Алексей Анатольевич, благодарю вас, спасибо огромнейшее за то, что поддержали канал. Это очень полезно для нас, потому что потихонечку мы становимся все ближе к тому, что соберем денежку на MacBook. Здесь находится у нас ресторан «Ковчег», тут дальше «Золотая бухта», единственный платный пляж в Анапе. Также находится с той стороны, друзья. Ну, это просто летняя погода. Как тебе, солнышко, по ощущениям? Нормально все? Так, Артур Ниязович, София, вот так вот правильно подписали, 90 рублей перевели, и благодарю вас тоже за донатик на развитие канала. Смотрите, какие герои у нас возвращаются с моря, мама тащит велосипед, а там впереди лебеди, друзья, мы будем сегодня купаться с лебедями, это просто восхитительно. Сегодня будет у нас опять небольшое погодное видео с, в мире животных с таким небольшим участием. Возьмите, пожалуйста. Главное, чтобы получилось искупаться. Я прям этого на самом деле очень хочу. И видим вот с правой стороны мужчина, по-моему, только что вышел из моря. Я его сниму, вам покажу. То есть, ну, можно загорать действительно, потому что солнышко, лучики очень-очень сегодня яркие, солнечные. И вот у нас 12 часов дня, друзья, температура 15,7. Здесь мы тоже видим мусорки. Ну, конечно, в сравнении, вот, как я вчера побывал на идеально вылизанной набережной в Кабардинке, Анапе надо еще немножко развиваться. Хотя вот здесь мы тоже видим и лежачки первые появившиеся, и лавочки стоят. То есть для людей какая-то забота есть, потому что, наверное, в пансионате «Высокий берег» тоже отдыхают люди. Ну, и вечные коты. Кстати, мы скоро опять пойдем гулять и кормить кошечек. Надеюсь, они этого ждут. Донатик у нас уже был на корм. Так что, я думаю, в скором времени мы все снимем. О, тут прям, смотрите, ребят, какая. Я так понимаю, парень с девушкой. Свидание с цветами. Красота. О чем еще мечтать, о чем еще думать? Просто романтика. Дарите своим дамам цветы, ребят. С правой стороны мы видим, что трава, вот мусор, как сказать, который был выброшен на берег, не убирается, а человек стоит, загорает. Получает, так сказать, солнечные ванны. Не знаю. Там красота. Южанин, так можно сказать. Мы сейчас пойдем посмотрим на лебедей немножко. А далее, здесь даже гармошка слышно. Просто прелестно и прекрасно. Так, вижу в переодевалке. Это переодевалка для тех, как раз таки, людей, кто купается. Мы видим, что одна девушка здесь, по-моему, уже или искупалась, или готовится. И кто-то еще у нас есть на купание. Людей, обратите внимание, сколько. Все пришли. О, вода какая прозрачная, ребят. Ну тут просто не искупаться. Мне кажется,
нереально. Мы сейчас ее замерим, температуру, посмотрим на лебедей. Конечно, не весело будет объедать лебедей, купаться в их водам, прозрак просто нереальный. Так, в общем, 14,9 возле моря показывает. И сейчас все сдвинем в нашем видеосюжете. Сейчас будет море, я замерю температуру по-быстрому, потом уже дальше будем двигаться. Потому что если температура подходящая, то я буду купаться. Если нет, то купаться не буду. Так что все зависит от этого замера температуры. В общем, вам под ваши любимые напитки, приятного наслаждения нашим любимым Черным морем. Ну, прекрасно, такие звуки просто восхитительные. Хочется хоть чуть-чуть занырнуть, ощутить удовольствие и обратно. Пока долго купаться не буду я. Так. Наши гордые птицы. Да, я должен молчать. 3 минуты, простите. Маленькие красавчики. Простите. Так, 9,4, 9,6, то есть ну, чуть-чуть не хватает, я думаю, это погрешность, и искупаться вполне себе возможно. Великолепные птички, надо только перейти, еще с другой стороны их будет поснимать. Что я отдаю телефон Светлане, пойду подготовлюсь к купанию, надеюсь, все получится и окунуться хотя бы. Поддержите и держите кулачки там с той стороны за меня, потому что я сам очень сильно переживаю. Сейчас вот именно будет не просто там заныряние, а именно купание, шапочки, все красиво, долго, ну долго, сколько, хотя бы минуту надо, чтобы прочувствовать водичку. Здесь я пищать не буду. Блин, переживай. Ладно, надо решаться идти. Попробуем. Надеюсь, получится.
Сделай мне фотку, Фер. Все. Чистый кайф. Я вначале думал, сдамся, сразу выйду. Но потом все получилось. Огонь. Все, пока туши, оденусь. А подожди, поснимаю, там еще плавает. Я не один. Я уже снимала, она, между прочим, за тобой сразу дошла. Да? Потому что она есть. А там тоже сколько плавает. Да? Не, ну я просто... вон, смотри, сколько людей туда, покажи. Где? А, плавают? Да, да, там прям много. Здесь только одна женщина за тобой заходила. Там как-то быстро забежали, выбегают. Да, женщина, значит, постоянно купается. На улице вообще прям жара, ты выходишь из-за того, что в половину выше. Вот парень пошел тоже. Покажи тут. Массовые купания. Можно вопрос, местные, нет? Нет. Откуда? Воронеж. Воронежу привет тогда огромный. А вы откуда? А мы местные. А, да. Уже да. И вы все время здесь купаетесь в этот сезон, да? Стараемся, но вообще я на песчаном купался. Здесь как бы далеко с Витязева приезжать. Там живем. А он далеко песчаный вообще? Ну вон он. А что Витязева? Ну, немножко как бы неудобен выход. И там поселок. Просто и заходить долго. Тут сразу зашел и поплыл. Ну, давай, там показывай, показывай. Это самое, это Воронеж пошел купаться. Это ж соседи, соседи. Ну давай, за Воронеж! Сейчас посмотрим, как Воронеж будет плавать. Одевайся. Одевайся? А, я забыл, ты говорил, жарко даже. Ну тогда одевайся. А когда привыкаешь, то есть вода вообще отлично заходит. Я осенью купался, осенью было вообще легко, то есть заходит. Ты так быстро не плавал. Когда с водой греет и заходишь, то есть без остановки есть, это вообще шикарно. Мне просто попросили, чтобы я ниже уже 6 минут не купался. Нормально. О, Воронеж сейчас вернется. Я говорю, эмоции. Так быстро плавает. Я по нему вижу. Я тоже так же. Ну, что он это, пловец. А вы откуда? А мы анапчане. Вот. Только начали. Только начали? Да. Первый раз вообще? Да нет, пятый. Пятый. И как ощущения? Шестой, да. Очаровать. Уже шестой, да, я просто сбился уже. Как эмоции Воронежа? Хорошо, хорошо. А вот это анапчанин тоже. Шестой раз. На рекорд иду. Отлично, так и надо. Во! Пошла жара. Вот самое, что смотришь, да, вот как женщина плавает, то есть вообще. Кажется, что плюс 30 она температура вообще, воды. То к одному лебедю подплывет, то к другому, я за ней каждый день. Неужели, это как свои, да, к ней привыкшие? Уточка, уточка. Она не понимает, что такое. Ой, что уточка, 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 Виталик, догоняй. Ужин поплыл. Она сама не может понять, куда ей надо. Ну, ладно. Страшно. Температура воды как бы сейчас уже отличная, можно потихоньку заходить, купаться. Как ощущения у местных жителей просто? Супер просто. Стоит приходить купаться? Да. Море самое главное пока чистое. Летом? Оно здесь всегда чистое. Летом купаетесь? Конечно. Где купаетесь? На высоком берегу. А, ну то есть на этот, именно на Утриш. Как-то расходятся у жены с мужем данные. Ну мы либо на Утриш, либо на высоком берегу Гон. Оно же открытое море, там всегда чистая вода. Когда лень, сюда идем, когда есть время на Утриш. Сюда на песок вообще не ездите? Нет. Почему? Ну почему причина? Ну, не любим. Песок просто. Сам не любим. Вот, все. Хорошо, что она подает возможности, да? И да, тут там, все, и там. И скалы, и песок, и мы на высоком берегу, там, где санпинстанция на трудящейся, там так классно. Деревянный спуск, который. Да, а мы его обожаем. Там, знаете, сколько витязовских? И джимитинских. Мне так нравится. То есть наши туда же приезжают. Вы не купаетесь? Они говорят, у нас помойка. Я говорю, непонятно. У нас же здесь открытое море. Открытое, ну там рядышком просто слив. Нет, у нас слива. Нет. Там давно уже убрали. Ну я буквально неделю назад снимал метровая труба. И все, она общая сейчас выходит из моря. Сейчас возьмем интервьюшечку. Интервью? Да. Как они, эмоции, ощущения? Блогер? Конечно. Прекрасно.
В этот раз вообще было шикарно. То есть на шестой раз зашло еще лучше, чем в первый, да? А вот с каждым разом ощущение все приятнее и приятнее. Чувствуется приближение лета? Оно уже пришло. Уже пришло. То есть уже пора людям приезжать к нам на отдых? Конечно. Круглый год. Вообще надо круглый год купаться. Ну, чтобы круглый год. Я вчера был в Кабардинке, там на набережной просто все идеально и красиво. У нас, к сожалению, не так. Делает. У нас новый мэр сейчас. Надеемся, надеемся. По крайней мере, говорит очень много, обещает тоже. Посмотрим, как будет. Ходит, проверяет, смотрит, в отличие от других. Коротенький рассказ, я смотрел видео 39 канал, и там показывают, прям пришел мэр, новый, как мостик, там реконструкция идет. И там прям столько суеты, все работают, на следующий день еду, никого. Мы ждем развязку сейчас на россиянке, чтобы пробки не было. Посмотрим. Ну это автодор, то есть там уже должно все работать, потому что автодор... Мы обещали с 1 февраля, уже 4. Тендер нам уже как бы оплатили, должно все запустить. Ну что, мы сделали вещи. Пообщались. Сегодня был хороший такой прекрасный, я бы так сказал, день. Всем огромное спасибо за то, что вы посмотрели этот видеосюжет. Надеюсь, наши анапские купания вас вдохновят, и вы тоже начнете вести более-менее здоровый образ жизни. Говорят, с утра вот здесь людей прям вообще как летом. Посмотрим, как-нибудь подъедем, потому что купание я хочу возобновлять, и делать это будет очень-очень приятно. В общем, всем привет огромный, и солнечные лучики с Анапского, Черноморского побережья. Пока-пока, друзья. Увидимся сегодня вечером. Я надеюсь, что-нибудь интересное успею для вас сделать. Ну, если нет, то будет у нас магазинчик. В общем, 20:00, как всегда, прямая трансляция. Ой, премьера. Пока-пока.